затапливаемся. Готовим формы для отливки. Пришлось вот такой маленький магнитик засунуть. Болтушочек был коротенький. И дабы он торчал сюда повыше, засунул опять же из того, что было, кусочек магнита. Троллочка нормальная, все хорошо. Будем плавить дальше. Прогреваем заготовки. Плавим нашу смесь. Уберу шлаки. Прогрев заготовки, буду заниматься литьем. Покажу уже на выходе, что получится. Плавится все это, там достаточно жидкое. Сейчас еще чуть прогрею. Начинаем греть заготовки. Следующая заготовка. Буду придавать форму шарика, убирать лишнее, а там будем обкатывать. Первое, что уже я столкнулся, плав получился более жестким, чем свинец, а пока что обработка. Вот что в итоге получилось. Вариант плавки номер два. Берем свинец 99 грамм пополам с ним, 50 на 50 условно, половом. 50 на 50 по весу. И третий вариант будет чисто олово. Первый раз я сделал чистый свинец. Второй раз я сделал на 100 грамм свинца 15 грамм олова. В таком соотношении. Потом будет 50 на 50 и чисто оловянное. Я это дело обкатаю, сделаю выводы. Как я всегда и делаю, из того, что у меня есть, пытаюсь выжать максимум. А если уже вариантов нет, то приходится покупать. Это довольно-таки редко. Вот литье закончено. Будем ждать, пока остынет. Вот они наши заготовочки. Будем выбивать, пробовать. Прошло немножко времени. Насадочки остыли. Я их выбил. Теперь займемся обработкой. Вот это 100% олова. Наделаю сейчас насадочек. Посмотрим, как они будут работать. Если бы отливать в красивых формах, можно было бы сразу задавать нужный размер, нужную форму. В данном случае у меня такой возможности нет. Как всегда, все, что я делаю, это в гараже на коленке. Тиски, молоток, дрель, болгарка, шкурки. Так сказать, весь ассортимент, которым я располагаю, выручает меня печечка. Делаем токарный станочек и обрабатываем. Посмотрим, что получится. Итог. Вот это вот чисто олово 100%. Вот это 50 на 50 олово со свинцом. Это свинцовый, это тоже. По жесткости. Свинец, когда он чистый, он более вязкий, такой более мягкий. Потом оловом пожестче. И самые жесткие, вот они оловянные. И даже по цвету видно, что они различаются. Идея возникла найти свинца, который будет более мягкий. Вот ребятки мне принесли еще с детства знакомая, когда мы тырили кабель, и он был вот в таких вот свинцовых оплеточках. Здесь по идее более мягкий свинец будет. Мне все-таки интересно, этот свинец еще более мягкий, чем вот этот сплав. А это сплав по-любому тут будет и свинец, и олово, может еще что-то, чтобы было как можно мягче. Хотя бы в конце концов попробовать, что это будет. Надо знать, чего можно ожидать от всех этих насадок. Поэтому прилагал усилия больше, чем будут прилагаться при ремонте каких-то деталей. В итоге получились вот такие вот наборчики. Поработал я ими. Меня это устроило и по цене, и по качеству, и по их характеристикам. По мягкости, по жесткости. Кому будет интересно, могут повторить. Решил сделать маленький по скриптам. Наделать вот из этого мягенького свинца насадочек и обкатать их. Думаю, будет интересно. Оболочка настолько мягкая, режет обычными ножницами. Что получилось из трубочки? Сейчас подготовлю резьбочки. Такие уставшие. Я их в процессе тренировок пробовал, что получится, на что они способны, на что они не способны, эти насадки. Сейчас их удаляем, переплавляем вот этот полученный свинец, сделаем насадочку. Долго не заморачиваясь, нарезал ножницами. Сейчас попробуем другой способ плавки. Сейчас жарко, лето, поэтому растапливать печку неохота. Есть вот такая раскладушечка, фен, скотч, пинцет, чтобы руки не обжечь. Попробуем, что получится. Секунд 10-15 прошло, пока ничего не тает. Была бы микроша у меня, уже бы все расплавилось. Ну ничего, подождем, посмотрим.
Ну, конечно, эта температура еще для плавления слишком низкая. Ну, ничего, подождем. Мне уже минут 5 греет, толку нету. Так что я эту идею отставлю. Попробуем другую. Не получилось феном, есть другие варианты. Попробуем газовой горелочкой. Все-таки нагрелось, чуть-чуть не хватало нам. Горелки немножко температуру дают большую. И как мы видим, плавится моментально. Говорили древние греки, не нытьем, так катанем. Все равно получится. Опустим подробности. Получилась насадочка. Чуть тут шлифовочку. Непосредственно это из мягкого свинца, это свинец, это у нас чисто оловянная. Мне как раз вот не хватало более мягких насадок. Это одна из моих учебно-тренировочных деталей. Примерно она ровненькая, на ней тренируюсь. Сейчас здесь пару-тройку шишечек сделаю, посмотрим, что из этого получится. Как себя поведут насадочки. Для сравнения есть оловянная чисто, это насад из свинца, свинец, который используется для грузиков. Вот эта насадочка крайняя у нас из свинца, который еще в СССРовских кабелях использовался. Насколько меня заверили, из того, что вот сейчас можно было найти, он самый мягкий. Насколько мягкий, предстоит нам выяснить. Сейчас надергаю шишек и будем тестить, забивать их. Прекрасно получилось. Теперь попробуем это все позабивать. Первая насадочка чисто оловянная. Справились отлично. Ну, до идеала нам не надо, просто забили. Это насадка оловянная. Вот эта насадка у нас сделана из грузиков, свинцовая. Тоже справились. Третьим номером нашей программы насадочка из оплетки кабеля свинцового. И образцы справились. Вот это наша насадочка более мягенькая. Это тоже свинец. Это у нас из олова. Она меньше всего деформируется. То есть по жесткости можно сказать жестко, средней жесткости. И это чуть-чуть еще мягче. Теперь стало понятно, что работает жестче, что мягче. Как я уже и говорил ранее, все вот эти насадочки — это не более чем мои эксперименты. Это не какой-то прорыв, это не какая-то панацея, это новая технология. Это всего лишь навсего мои эксперименты. Я поэкспериментировал и поделился с вами. Все вот эти вот приблудочки, приспособочки, они только лишь расширяют ваши возможности. Поскольку в каком-то отдельно взятом случае вот такая маленькая какая-то приблудочка, какой-то там пробойничек или насадочка помогут вам более быстро и качественно сделать вашу работу. Ну, на этом всем любителям поэкспериментировать от меня привет. Пока-пока, до новых встреч.